Друзья, всем доброго времени суток, и давайте в данном ролике расскажу вам про еще один криптовалютный проект. Это будет проект Glitzcoin. Так вот, что же это такое? Это новаторская технология блокчейн, которая сфокусирована на 90-миллиардном рынке добычи алмазов. Ну что ж, их ICO уже успешно закончилось, и они, естественно, благодарят всех вас за поддержку. Вот, ну и также вы можете вступить в группу в Телеграме и, в общем-то, оставаться в курсе событий. Так вот, что же такое Glitzcoin? Это интеграция новейшей технологии блокчейн в цепочку поставок бриллиантов, также изменение ландшафта алмазной промышленности стоимостью 90 миллиардов долларов по одному бриллианту за раз. То есть какие здесь есть вообще особенности? Прежде всего, это сокращение посредников, поскольку установленное доверие, соответственно, происходит сразу же между покупателем и продавцом без, соответственно, посредников. Также будет децентрализованное хранение записей, это все достигается благодаря блокчейну, естественно. Также будет устранение мошенничества, вот. Ну и также будут бесшовные зарубежные транзакции, что тоже, конечно же, очень удобно. Далее, чуть ниже, мы видим схему взаимодействия как раз таки на данной системе. В принципе, все ясно и понятно, то есть прямая такая вот связь между покупателем и продавцом. Ну что ж, теперь про экономику токенов, пожалуй, расскажу. Так вот, собственно говоря, всего 999 миллионов токенов выпущено, на продажу уходит 25%, на создание рынка 20%, на сообщество 20% и 35% на команду. Ну что ж, также, в общем-то, скажу, что оплачивать можно в эфире, биткоине и стелларе, и минимально можно вложить 100, соответственно, долларов. Теперь какие у них есть цели? Это прежде всего интеграция последней технологии блокчейн в алмазную промышленность, то есть будет глобальная торговая платформа, которая использует технологию блокчейн, направленную на повышение стоимости транспортировки, отсутствие видимости и неэффективности бумажной волокиты. Вот, также будет отслеживание бриллиантов, то есть система отслеживания на основе технологии, конечно же, блокчейн. Также запись атрибутов происхождения и истории каждого бриллианта. Также предотвращение кражи путем аутентификации и отслеживания бриллианта. Также будет централизованный рынок торговли алмазами, то есть облегчение надежных операций между трейдерами. Также возможность любому покупать и продавать бриллианты. Также содействие вспомогательным сервисам, таким как доставка и страховка для бриллиантов, выполняемым сторонними поставщиками. Ну что ж, также информация, конечно же, про партнеров данного проекта, про менеджмент, про консультантов. Тоже, конечно же, можете почитать и посмотреть рейтинги, допустим, разных ICO-трекеров. Также есть у них, конечно, различные планы, но вот, в частности, какой у них план, допустим, третий квартал, это, соответственно, выход на криптобиржу, что довольно логично. Ну а далее у них будет развертывание, соответственно, платформы обмена. Это четвертый квартал 18-го, в первом квартале 19-го будет уже добавление дополнительных функций и, соответственно, продолжение маркетинга для повышения осведомленности о Glitzcoin. Это, в общем-то, такие краткие данные про этот проект. Кого он интересует более подробно, то заходите на главную страничку их сайта, тут есть более детальная информация. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравился данный обзор. Тогда всем спасибо за его просмотр и всем пока.